Всем привет! Я Fix Price. Подсказываю, где можно купить мешки для пылесоса. Это Fix Price. 99 рублей 5 штук. Универсальный, простой в применении. Подходит большинству моделей пылесоса. 99 рублей. Тряпочка для уборки 40 на 48. Смотрите, какая. Из микрофибры. Идеально для мытья полов. А это для полов тряпочка. Такая прям вот на ощупь, прям такая классная. Еще серенькие есть. 51 рубль. Полотенца опять пляжные. Такого ядовитого зеленого цвета. 99 рублей, 140 на 70. Вот такого цвета есть. Морская волна. И розовая. Состав здесь, по-моему, не очень хороший. 60 полиэстер, 15 вискозы или 25 вискозы, 15 полиамид. Такое полотенце 77 рублей. Состав 100% хлопок. На ощупь прям вообще классное. И на вид, и на ощупь приятненькое такое. Есть бежевое, оранжевое, розовое. Хороший полотенце. 77 рублей. Кухонное полотенце «Котик» Алтекс. Прям целая картина. 45 на 60. 100% хлопок. Вот какие котики. И вот такой поваренок. Еще полотенце для кухни. 55 рублей. 40 на 63. Вот с таким принтом. Желтенькая с горохом, зелененькая с цветочками, красненькая тоже с цветочками. Появились вот эти гитары уже давно, правда, дети в восторге. Я вот хожу здесь по магазинам, и они все просят: купи, купи. Очень хорошая гитара со струнами, 99 рублей всего. Развивающая игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Прием и сборки. Вот смотрите, как собирается. И вот такие детали. Мозаика напольная. Игрушка Поволжья. Яркие-яркие детали. Изготовлено из полипропилена. Появились новые расчески для волос. Смотрите, какие. 99 рублей. Такая интересная. По крайней мере, на ощупь такая классная. Там сзади она вот такого цвета, вот, а впереди розовая. Есть такие черные. И здесь черные. Такие с сердечками вот были уже. И вот такие. И такие наборы по 77 рублей. Три штуки в наборе. Вот такие расчески. А гребень даже. Гребень для волос. А такие у нас были. Похожие чем-то. Но здесь больше, да? Здесь 5 штук, а там 3. Здесь 5 штук за 55 рублей,
А здесь 3 за 77. Привезли нам новые горшки. Смотрите, розовенькие. Такие гладкие-гладкие, красивые, зелененькие, белые, серенькие. Очень-очень тяжелый горшок для цветов с дырочкой. Сделан тоже из доломита, но он обработанный. Мне кажется, вот он лаком обработанный или не знаю чем. И он должен быть хорошо. Если вот этот из доломита, он не обработанный, а этот обработанный, он блестящий. Мне кажется, очень хорошо будет долго служить. 99 рублей. У нас появились новые фоторамки. Изготовлено из стекла, бумаги и железа. 77 рублей. Такая рамка с маками. И такая же в золоте. Эти вот рамки. 15 на 21. Фото 14 на 9. Лучшая цена по 99 рублей. И эти цветные рамочки, даже зелененькие там есть. Они уже не новые, 77 рублей. Появился новый гель-уход для ванны и душа. Королевская Тиаре. Обновление и смягчение. Очищение от кончиков ногтей и пяток. 440 мл. $55. И такой гель для душа кокос. Смягчающий. $55. В отделе подарков подарочные пакеты симпатичные. Смотрите, какие котята и щенята. Маленькие, небольшие. Вот такие с шариками. Полосатенькие. Вот этот нейтральный можно хоть кому-то дарить. Вот с бабочками какой. И вот такой. А еще есть пакеты, как 3D. Видите, котята сидят в корзинке. Объемные такие. Стоимость пакета 51 рубль. Есть побольше пакет. Вот этот тоже побольше. Это тоже 51 рубль. Птичками. И очень-очень много других. Разный-разный пакет. И пакеты с ручками. Тоже всякие разные. Такой пакет 25,50. Канцтовары, обложки 20 штук для тетрадей, для учебников 5 штук. Набор школьных обложек для учебников, высокопрозрачные 5 штук. 420 мм в ширину и 267 в высоту. А эти 455 миллиметров в ширину, 233 миллиметра в высоту. И эти 35 сантиметров в ширину и 21 в высоту. Цена обложек 51 рубль. Пеналы еще стоят. И такие подставки для карандашей. Папка для документов. Смотрите, какая неплохая. 99 рублей. 37,5 на 27,5. Вот так вот она открывается. Здесь на молнии вся. Выглядит неплохо. Хорошо. Она тканевая такая. Сумки для сменки тоже двух видов есть в наличии. И этот за 99, и это за 55. Очень много тетрадей. Всяких и с цветными обложками, с простыми.
прописи, прозрачные странички. Веселые прописи. Пишем, рисуем. Легкий способ научиться писать. 55 рублей. А почему прозрачные? А это тоже прописи, где квадрат, а где кружок. И таких книг очень много. Вот прописи для будущих первоклашек. Ой, какие яркие, какие красивые. Такая. Писать красиво учимся. Для школы подготовился фикс прайс. Очень хорошо. Опять готовимся к школе. Очень много разной литературы. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне приятно. Пока-пока.